Они знают, где покупать. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждого. Семилетняя девочка получила травмы в ДТП на улице Пугачева. Там водитель Mitsubishi Lancer наехал на пешехода. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 26 марта в 16.50 у дома 10 по улице Пугачева. По предварительной информации ГИБДД, 38-летний водитель Митсубиси Ланс разбил 7-летнюю девочку. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшие медики оказали помощь. Еще одного несовершеннолетнего пешехода сбили в микрорайоне Коминтерн на улице Павла Корчагина. По предварительным данным ведомства, 57-летний водитель грузовика ЗИЛ наехал на 16-летнего подростка. Он переходил дорогу в зоне действия знака «Пешеходный переход». Пострадавший обратился за помощью медиков. Во вторник вечером на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Преображенская столкнулись две машины. По предварительным данным ГАИ, водитель «девятки» поворачивал налево на зеленый сигнал и не пропустил встречный Логан. В этом ДТП пострадавших нет. Неудачно выехал с парковки водитель Ларгуса на улице Чернышевского. По предварительным данным полиции, он начал движение задним ходом и не заметил форт. От удара повредились лишь автомобили. На перекрестке улиц Карла Маркса и Милицейская устроила ДТП женщина-водитель Мерседеса. По предварительным данным ГИБДД, она перепутала педали и выехала на главную дорогу, где повстречалась и RAV4. Участники аварии сами составили схему и уехали в ГИБДД. Сергей Пичугин, место происшествия.